И есть очень много воинственных мест в Танахе, в Новом Завете, где говорится про меч, про лук, про стрелы. Но есть также очень сильное местописание, где написано «Стой в истине, истина сделает тебя свободным». И это есть истинная Ханука. Если мы знаем истину, стоим в истине, то мы уже являемся светом, и свет и изгоняет тьму. Отец наш Небесный, помоги нам быть открытыми для Твоего Слова. Я сегодня буду читать из книги Маковейских, которые находятся, не находятся в канонических книгах Священного Писания. Но есть несколько мест в Танахе и из Второзакония. С, со священных писаний

Например, один из сильнейших традиционных символов хануки ⁇ это то, что свечки нужно зажигать 8 дней. Это очень приятная и очень красивая традиция. Но вся сила именно ханукального... Правдивого рассказа. Ktana, это в том, что маленькая группа людей, haimet, которая стояла за истину, yuvanim, смогла выгнать э, невероятную по той силе э, 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 греческую империю

и в этом истина многих историй Танаха, что маленькая группа или маленький человек, который стоит за истину, побеждает что-то, что в несколько раз больше его. Такие э, рассказы, как Давид и Голиаф. А Вы помните маленькую семью Авраама, которая стояла против окружающих народов и Вавилона, и которые победили. Ор, באמת, Потому что тот свет, который дает Бог маленькой группе людей, истинно стоящих за правду, изгоняет тьму. و... זאת האמונה שלנו ובגלל זה אנחנו מעודדים את עם אלה שמאמינים לעמוד באמת народ, אה, אני רוצה לקרוא כמה פסוקים Я хочу прочитать несколько мест по Писанию из послания к евреям на ту же тему, когда маленькая группа изгоняет большую тьму. Они кормят по я арбат, с 11 главы, с 24 по 34 стих. Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Мессии почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Моше, веколя империя шел Митраем, Моисей и вся и империя Египта. Он против этой империи был ноль, никто. Меньше, чем никто. Но когда он провозгласил, что Бог всемогущий Бог это мой Бог. И он пожертвовал своими собственными желаниями, тогда пришла к нему победа. Если пример ли это для нас? Пасук 28. Верою совершил он Песах и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Кан мидубарше, илухим амарло, сим, сим дам шелаквасим, аля а бог сказал э, всему народу израилю через моисея <coughs> косяки э, э, дверей намазать кровью а бы если бы сегодня в современном мире кто-то э, услышал что тебе такое говорят и сказал он просто психопат закилусим сим машков ракета через сказали бы, намажьте кровью двери вашего дома, и ракеты Хизбаллы вас не коснутся. И тогда тот, про кого бы, кто это сказал, про него бы подумали, что он сумасшедший. Я думаю, что когда Муше говорил эти слова, он сам себя боялся. И просто трясся от страха. Потому что они уже видели, как Божья рука произвела чудеса и знамения и наказания в Египте. Но несмотря на его страх, он сказал то, что Бог передал, сказал передать ему всему народу. И они увидели великую победу. Верою перешли они через Черное море, как по суше, через Красное море. Ямасуф, на что покусившись, египтяне потонули. Посух И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Бараке, о Самсоне, о Ифае, о Давиде, о Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня и избегали меча. За Это великие вещи.

Я думаю, среди нас есть люди, которые часто сталкиваются с тьмой. Возможно, это финансовое положение. Возможно, это семейные трудности. Возможно, ты справляешься с какой-то болезнью. Есть очень много вещей, которые называются тьма, или горе, или трудности, сложности психолог я и в это в такие моменты врачи психиатры могут дать вам какие-то лекарства но нужно тебе найти себя в, в закрытом месте молящимся богу на и получить от него слово

שבוע, и в этом э, очень интересно, что Ханука и в, э, в Ханукальной неделе очень интересная у нас глава. Сипур. Тот же рассказ. Гам Иосиф и Иосиф э, обнаружил себя в тьме. Кто думает, что Иосиф никогда не сталкивался со тьмой? Зарко... А -ахим, а -ахим, а багдубо. Его кровные братья э, предали его. Продали его в египетское рабство. Потом он в египетской тюрьме. А тем слышали о бетах а вы слышали про современные египетские тюрьмы? Это просто ад. Четыре тысячи лет тому назад не было лучше. И он нашел себя в тюрьме. И он там был много лет. Иногда мы хотим немедленный ответ. Но вот мы видим героев Танаха. Дворим, арбитер, Пусть Бог нам даст вещи и ответы намного быстрее. لو, потому что они, мы не герои Танаха. Но каждый человек рождается в правильное поколение. И Бог может использовать тебя так, как Он использовал Йосифа много лет назад. Еще один пример из той же недельной главы. Помните Тамар? Тамар и Нишара Левад, Алмана. Фамар осталась одна э, вдовой. Но в ней была такая вера, что она обязана э, родить ребенка для этой цепи Авраама, Ицхака, Якова и Юды. Если она принесет в мир этого ребенка, манги и он продолжит эту цепочку до времени искупителя мисссси и она сделала что-то что мы можем подумать про это безумие. Она переоделась в проститутку и пошла переспала с Юдой. И она была готова, чтобы ее сожгли. Потому что с э, э, традиции говорит, что она была дочерью Сима. Так ли это или нет, сложно понять. Из-за из из того, что она, ä принадлежащая ä племени Сима, Сим, поступила так, ее могли не просто выгнать, а сжечь ее. Но она не побоялась. И она пошла на это тша. и родился э, фарес. Перец, мила перец, шепарац, порец э, на иврите э, его назвали Перец это тот, кто прорывается. Это не перчик острый. Это кто-то, кто прорывается вперед. Это один одно из также имен э, Мессии. Что прорвал Иешуа? Он написано первый из умерших. Никто не, воскреш... не, э, не воскрешался так как Иешуа. Написано, что смерть не смогла удержать его. Это тот же концепт, когда он прорвался. Окей, а они были... Я перехожу к Новому Завету. И я рассказал вам несколько историй Хануки из недельной главы. Ну вот у нас мы сейчас перейдем к Евангелию от Иоанна, 10 главе. С 22... 10 глава, с 22. 22 по 29. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, Ханука. И была зима. Я вчера разговаривал с Борисом с Киева. Он говорит, у нас снег. Я говорю, да, я дома в шортиках хожу. А здесь написано, была зима. И ходил еще в храме в притворе Соломоновом. И еще ходил. Где? В храме в притворе Соломоновом. От Тут иудеи обступили его и говорили ему, долго ли тебе держать нас в недоумении? Скажи, че? Ахи, ахи, там Ему э, уже сказали, послушай, скажи напрямую уже, ты мессия или нет? Если камахавиры марукаем. У меня несколько марокканских друзей есть. А за них Ма, хабиби, а там поймет, я думаю, что Женя, это такой стиль разговора марокканцев. Ишуа а? сказал им, я сказал вам, не верите. Дела, которые я творю во имя Отца моего, они свидетельствуют обо мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. И здесь очень важно, «Веземи хашув». «Овцы мои слушаются глаза моего». «Миша еще Тот, кто принадлежит мне, слушается моего голоса. Поэтому это неплохо пойти к врачу и взять таблетку. Но очень важно параллельно или даже прежде помолиться. Потому что если ты принадлежишь Божьей а пастве, тьма, коль то ты услышишь голос своего пастуха. Овцы мои слушают голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им вечную жизнь, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки моей. Это и есть Ханука. זה חנוכה כשאתה גמור Это ханука, когда с тобой все кончено. Когда ты сам в себе не находишь силы. Но в твоей слабости ты заходишь в закрытую комнату. Или ты идешь по улице, или неважно, не где ты находишься. Но ты молишься. Как написано в Новом Завете. Тот, кто радуется, пусть поет псалмы. שעצוב, а тот, кто страждет, что нужно делать? ليتпалель. Молиться. И Бог говорит к вам. Написано, мои овцы слышат мой голос. Маккабим, Я буду читать из книги Маковеев из первой книги Маковеев, с четвертой главы. Если есть, есть люди, которые читали книги Маковейские, есть которые нет, в интернете они есть. Это не канонические, еще раз говорю, книги, которые записаны в священных писаниях. Но, во-первых, их стоит почитать как исторические материалы. И там есть несколько принципов, которые я сегодня хочу толковать. Иуда же и братья его сказали, вот враги наши сокрушены. Взойдем очистить и обновить святилище и собралось все ополчение, и зашли на гору Сион, и увидели, что святилище опустошено, жертвенник осквернен, ворота сожжены, и в притворах, как в лесу или на какой-нибудь горе, поросли растения, и хранилище разрушены. И разодрали они одежды свои, плакали горьким плачем, сыпали пепел на свои головы, падали лицом на землю и трубили трубами, и вопили к небу. Тогда отрядил Иуда мужей воевать против находившихся в крепости, доколе он очистит святилище, и избрал священников, безропотных, беспорочных ревнителей закона. И на им Вот мы видим такую картину. А Иуда Макаби. Армия Иуды Макавея. Эм Uh, взошли на храмовую гору. Nitzxu, они победили и выгнали оттуда греков. И они увидели, что место разрушено. И не только разрушено. Не только разрушено, там, там еще э, языческие жертвы приносились. И согласно закону, если что-то нечистое принести на святом месте, то святое место станет нечистым. Ликадеш, ласот ханука, И они э, решили очистить святое место, обновить его. И я буду читать сейчас стих за стихом. И также буду толковать э, это, эти места к, 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 в наших актуалиях. И они очистили святилище.

Где, где наша полноценная жизнь? Может быть, только здесь в субботу мы выглядим святыми и красивыми, а всю неделю мы находимся в сквернах. Нина и Ширли пошли изучать один курс. لي, شه, النشيم, 25 И Нина мне рассказывала Про что говорят люди на курсе Где-то 25 человек в группе ישראלים, В основном все израильтяне Рожденные здесь И а голова наполнена Различными восточными э Практиками все говорят про различные восточные оккультные вещи. Это не только во что мы верим. Это также как мы живем. Какова наша семейная жизнь. Жена, муж, дети. <coughs> Говорится про камни. Если камни оскверненные в нашем доме или нет? Возможно, мы только играем в святость. Где наша голова, где наши увлечения? Вы понимаете, о чем Это я ханука. говорю? Это и есть ханука. И они решили эти камни вынести за пределы. Я продолжаю. Они взяли камни целые по закону и построили новый жертвенник. Вы не можете что-то вынести и оставить это место пустым. <говорит> потому что зло вернется. <говорит> вы помните, что еще рассказал, если вы если uh, изгоняете беса, то бес уходит, а если это место остается пустым то он берет другие семь духов злейших себя и бывает тому человеку хуже чем было в начале возможно есть что-то неправильное между э, тобой как муж и жена возможно ты увлекся каким-то увлечением э, хобби чем-то не нечистым. не Нужно не просто искоренить это из дома, но также наполнить это место чем-то хорошим. И Шауль говорит: если ты крал, впредь не кради, а, а иди и работай, чтобы не красть. Нужно изменить воровство на честный заработок. И тогда ты сможешь преуспеть. Если кто-то увлечен порнографией, и он кается, ему нужно найти что-то, чтобы заменить то место, которое занимало порнографию. Я не хочу сейчас давать вам список всех плохих дел. Потому что я уверен, что вы все находитесь в более хорошем положении. Потом устроили святыни внутренние части храма и осветили притворы, устроили новую священную внутренность, в утварь и внесли в храм минору. Здесь говорится про молитву, про святость, про приближение к Богу. Если вы были в чем-то плохом, то поменяйте это на прогулки вечером и на молитву, когда вы одни. Возьмите наушники, поставьте прославление, чтобы даже если другие не слышат, вы могли поклоняться перед Богом. И я уже возвращаюсь к тому, что сказал ранее. Стойте в истине, истина сделает вас свободными. И я и поставили алтарь всесожжений и воскурений, и стол хлебов приношения, и воскуряли на алтаре фимиан. А тем людям аналогия, для меня это параллель к э, служению. Байт, у нас есть домашние группы. بקהילה, и есть многие служения в общине. להגיד, مشтетфим, и я могу сказать, слава Богу, многие из вас участвуют в каких-то служениях. Есть, которые нет. И есть, которые участвуют и, может быть, думают, я готов немножко больше. И они приходят ко мне и говорят, Леон, дай мне, что еще я могу сделать? Не так нужно говорить. Нужно сказать, у меня есть идея сделать вот это. Если вы так подойдете ко мне, то точно вы нет, не услышите. Иногда может быть. Зажгли светильники на миноре осветили храм и положили на стол хлебы, и развесили занавес, и окончили все дела, которые предприняли. Они начали быть группой, которая действует. И храм начал действовать. У храма есть еще одно название в священных писаниях. Лаван. Белый. יודע, что лаван? Кто знает, что такое белый? Это что-то убиляющее. Ми... С храма выходит сила и уби... э, делает друго... другие вещи белыми. А Лаван, целая страна называется Ливан или Лаван белый. Есть в Танах крия для цафон лаван. Есть в Танахе призвание страны, которая находится к северу от нас быть белой. Кемаю колках арбэ бехет тир в цидон а потому что столько много греха там было, тиры, сидон, и много поклонства. Но Бог хочет, чтобы этот народ, который находится севернее от нас, был белым и убиляющим. Но они вместо своего предназначения eh, выбрали сотрудничать с, со скверной, которая называется Хизбала, и сейчас они совершенно не белые. Окей. Okay. Это и рассказ про Макавеев. Векатув, в 25 день 9 месяца, это месяц Кислев, 148 -го года, встали весьма рано и принесли жертву по закону на новоустроенном жертвеннике всесожжений. В то время, в тот самый день, в который язычники осквернили жертвенник, обновлен он с песнями. А споко тувше в Исраил, и в тот же день, когда скверны пришли в Иерусалим и в Израиль, в, в тот же день обновили жертвенник и храм. И для меня это цикличность которая возвращается в определенные периоды времени и 7 октября нас всех захлестнуло горе я очень хорошо помню этот день как Марк собрание ушел После него женя. وإح, и, שלנו, и как äh, большое число наших мальчиков и девочек äh, приступили к службе. בקהילה, это, это а мы все вообще не начали переживать эту тяжесть. Но наш Бог жив. ישראל, и, и он дал, дает нам силу провозглашать, что и народ Израиля жив. И он тот, который возвращает нам радость. И, и вот я благодарю Бога, что мы достигли времени Хануки. Хаг с праздник света. Башем во имя Ишуа Мессии. Мы хотим видеть этот свет.

Я опять молюсь за весь народ Израиля, за тех, которые потеряли своих любимых, чтобы Ты помиловал их. И утешил превыше любого человеческого утешения. Я молюсь, Господь, чтобы дал крепость другим и покаяние. לפанеха. и чтобы у них были открытые сердца перед тобой. И чтобы возрели на того, который был пронзен. Я молюсь, чтобы ты дал нам радость во время Хануки и после. השמירה של חייל החיילים שלנו יאמה לוס גספור של תוואי איזה שיטה היא פקריטייה בלא נדנה של סלדט על כל חייל וחיילת מהקהילה שלנו נקש דבה סלדט היא סלדט קצין וקצינה אפיצר היא פסיק סלדט אבא בשם יהושע משיח ואימי יהושע ואמרו אמן אמן